1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Он призван объединить усилия людей в сопротивлении ВИЧ-инфекции. По данным Всемирной организации здравоохранения, в конце 2019 года в мире насчитывалось 38 миллионов инфицированных. Тема Всемирного дня борьбы со СПИДом в этом году – международная солидарность, общая ответственность. По словам специалистов, пандемия коронавируса показала, что безопасность всех зависит от безопасности каждого. В России за 10 месяцев текущего года почти 50 тысяч случаев заболевания. Это примерно на 25% меньше, чем за такой же период в прошлом году. Всего, по данным Минздрава, болеют более миллиона человек. Понятное дело, что сейчас основное внимание уделяется новой коронавирусной инфекции, но не стоит забывать о том, что ВИЧ никуда не делся. И сегодня, 1 декабря, Всемирный день борьбы со СПИДом, мы еще раз напоминаем о том, что инфекция существует, надо раз в год тестироваться, и очень важно знать свой ВИЧ-статус. У нас в региональном центре на учете стоят порядка 17 тысяч человек.